Порошенко не знает, с кем связался Михаил Саакашвили в разговоре с пранкерами, известными как Лексус и Вован, пригрозил добраться до украинского лидера и всех, кто вынудил его уехать с Украины. Шутники спросили, а пойдет ли экс-глава Одесской области на мировую, если ему предложат вернуться в обмен на отказ от критики Порошенко. Беглый политик отрезал сначала паспорт. Они будут делать, это уже их не собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе, и мало не покажется, очень мало не покажется. Это он еще не знает, с кем имел дело. Я написал в центре, кстати, про это, ты, наверное, говоришь, забыл, кто это был. У меня много энергии, много связи, много, большое имя, и я это все буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей. В разговоре с пранкерами Саакашвили раскрыл свое истинное отношение к своим преданным союзникам. Оказалось, что до их судьбы ему дела нет. Вот что рассказал об этой части беседы Владимир Краснов, он же Вован. Ему сказали, вы знаете, что Порошенко собирается, если вы не пойдете на уступки, он готов даже лишить гражданства Машу Гайда, вашу бывшую, которая она была у него замом по соцполитике в Одесской области. А что сказал Саакашвили? Да пусть лишают, мне плевать.